Дорогие братья, с большой радостью приглашаю вас на очередную конференцию «Экклезия». В этот раз наша главная тема будет звучать так – «Большое видение для малой церкви». Потому что неважно, какого размера церковь, сколько людей приходит на собрание и сколько членов в это общение, она также дорога Господу Христу. И именно поэтому мы хотим пригласить Божьих соработников, Божьих сопастырей, сотрудников, сослужителей на эту очередную конференцию, чтобы поговорить о Божьем замысле для небольшой общины. Поэтому пастыри небольших собраний – это место для вас. Мы хотим помочь вам избежать многих неразумных ошибок, увидеть перспективы и найти ободрение от Бога, понять, как лучше созидать такие собрания, чтобы они принесли больше славы Богу и чтобы вы увидели невероятно огромный потенциал, который Бог заложил в такие небольшие собрания. Они не менее любимы, они не менее значимы, они не менее ценны для развития Божьего Царства и в глазах Христа. Поэтому это место для вас, чтобы научиться, ободриться, найти много новых инструментов и даже найти новых друзей. Но это также конференция и для пасторов крупных церквей. Не стоит думать, ну, у нас большое собрание, зачем нам быть на такой конференции? Напротив, именно эта конференция поможет служителям крупных общин увидеть потенциал и силу небольших собраний и понять лучше роль свою, как служителя крупной общины, в взаимодействии и помощи. И увидеть эту мощную синергию взаимодействия таких собраний, крупного и малого, большой церкви и небольшой церкви. Приезжайте, вы увидите и поймете лучше, как воплотить Божий замысел в этом взаимодействии, как оказаться в эпицентре Божьей работы в это время, даже через малые церкви. Экклезия всегда это площадка для общения единомышленников, соработников, сослужителей, которые приезжают и с радостью, и с печалью, с надеждой и переживанием, и находят помощь, понимание, ресурсы, идеи, молитвенную поддержку. И даже если вы плохо знаете, что такое экклезия, приезжайте тоже. Вы сможете познакомиться лучше, что же такое за служение экклезия, почему оно полезно и лично для вас. И мы также в этот раз снова проводим специальный трек для жен-служителей. Поэтому, братья, кто из вас имеет возможность, берите вашу супругу и приезжайте вместе. Мы хотим также послужить и вашим семьям, и вашим женам. Берите ваши команды, соработников, сотрудников, церковные советы, братские команды и приезжайте вместе, чтобы думать, обсуждать, планировать, мечтать, молиться. Встретимся вместе для того, чтобы превознести имя нашего Господа Христа одним сердцем и едиными устами во славу нашего Бога и Спасителя. До встречи в сентябре!